Всем привет, это я, Black Single. Реакцию Крипплстоун называется «Это не моя мама». Че, посмотрим. Это не моя мама. Сначала она просто заболела. Мама следила с какой-то болезнью и проводила в кровати войти. Она или спала все это время, или просто лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Я очень люблю шуреки. Ты делаешь шуреки, которые... Там будет сзади мама, которая... Где твой дневник? Хочу, чтобы она болела. Сегодня она первый раз встала с кровати. Она изменилась. Она перестала разговаривать со мной. Она перестала готовить кушать. Закрыла везде окна шторами, так что в доме постоянно царила полутьма. Кот Том куда-то исчез. Я его не видел уже в дней 5. Стоп, она... Да, мама уходила. Мама сейчас это съела кота. Ходила куда-то вечером и возвращалась под утро. И потом спала весь день. Она часто заходила ко мне в комнату ночью и стояла за моей спиной. Стоп, когда ты слышишь маму, сейчас ты повернешься, там мама там твоя посмотрит. Да ты уроки сделал, дочка? Очень страшно, но мама не трогала меня. А я боялась даже пошевелиться. Так продолжалось почти месяц. Она пропадала поначалу, я ее не видел. Днем мама запирала в своей комнате и не пускала меня к себе. Я ее практически не видел. Однажды я решил зайти к ней ночью, пока ее не было. В комнате стоял жуткий запах. Повсюду была грязь, белье на кровати было разорвано в клочья, а сама кровать была сломана в нескольких местах. Я хотела немного прибраться, но тут услышала, что мама вернулась. Я не успела убежать из комнаты и спряталась в моем шкафу. Тут я услышала грозный шепот по дому. В комнату вошла мама. Точнее, то, что было раньше моей мамы. Это было огромное существо, отдаленно напоминающее мою маму. Ее кожа буквально трескалась в некоторых местах от мяса и пережилка. Она еле кляла до кровати и рухнула в нее. Так вот почему она была поломана. Лиза, я знаю, что ты здесь. Я чую тебя. Принеси мне воды, дорогая. Сегодня уже 2 недели, как я не хожу в школу. Мисс Делавер, откройте, пожалуйста, дверь. Мама постоянно просит от меня воды или... Черт, мама, она так точно... ...какого-нибудь мяса. Ведь я все-таки люблю ее. Мисс Делавер, нам нужно поговорить с вами. Ваша дочь не ходит в школу уже 13 дней. Меняет. Потом она застыла. В буквальном смысле. Ее кожа огрубела и стала твердой. Что это так? Лицо было немного мягким и выдавало то, что она все еще жива. Я не могла ее бросить. Мне звонили мои одноклассники и учителя, но я не брала трубку. Они бы все равно не поверили мне. Кто это, мужа? Это не похоже на безделыш? Тело высохшее, как будто кто-то разорвал ее изнутри. Звони. Отсылка на чужого, похоже, отсылка на чужого. Я подружилась с новой мамой. Она изменилась, но я все равно ее люблю. Я очень люблю свою новую маму. Блин. Блин, если вы не хотите эту маму, потому что она монстр, она может всех убить. Че, он вас хотел убить? Это мама, которая убила директора еще учить. Да, блин, это похоже отсылок на чужого, который... Она, короче, если вы хотите много лайков... Ну, лайков много, я могу клип, но не получится, там мало лайков, все. Давайте берем 280 под
психов, я сниму другую крутую историю. Всем удачи, с вами Me Black, и всем пока-пока, пока.